Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota RAV4 третьего поколения, 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 133 тысячи километров. Потухла одна туманка. В туманке здесь стоял ксенон. Ксенон решил уже не ставить, а поставлю светодиодные лампы. И то запрещены. Многие противники этого всего слепят очень сильно, говорит, на дорогах. Опять же, я из своего опыта могу сказать, что это происходит не на всех автомобилях, и не надо всех под одну гребенку гребсти. На отечественные автомобили вообще нет смысла ставить какой-либо другой свет, кроме как штатных ламп. Для того, чтобы заменить лампу, в инструкции написано, если у вас перегорела левая или правая лампа противотуманной фары, обращайтесь к дилеру, иначе вы можете повредить автомобиль. Я поднимаю автомобиль и снизу отвожу часть локера. Откручу, сниму вот этот пыльник. Также откручиваю вот здесь крепление спереди. И снимаю клипсу. Хотя эту клипсу снимать не надо. Вот у нас локер отошел. Брызговик этот тоже можно было полностью не снимать, только открутить одно крепление. Но я его снимаю из-за того, чтобы здесь он мне не мешал. А вот теперь вот в это окошко хорошо видно лампу против туманки. Сейчас фонарик возьму. Вот лампа против туманки. Здесь стоит H11. О, даже и блок не привязан. Полностью снимаю. Лампы поставлю фирмы Просвет, маркировка H11, вот такие вот лампы, это уже идут с улучшенным диодом, светят хорошо. Беру, устанавливаю на место и подключаю разъем. Все, подключил, опускаю, пробуем, как у нас будет светить.
Блок был прикреплен, просто оторвался. Вот так светит светодиод. Сейчас включу ближний. Наверху в ближнем тоже стоит ксенон. Разница в яркости цвета. Светодиод светит лучше, чем ксенон. Дополнительно стемнеет на улице. Покажу, как это смотрится на воротах в темное время. Какой контур рисует туманка. Меняю со второй стороны. Со второй стороны открутил. Не стал я снимать этот брызговик. Одну гаечку не откручивал, но в принципе ее открутить несложно. Ну и он тоже не мешает. Здесь саморез и здесь один саморез. Дополнительно снял клипсу, потому что мне надо было подлезть блок, вытащить старый. Единственное, с этой стороны находится бачок стеклоомывателя, но и он не мешает спокойненько подлезть к лампе и заменить ее. Вот она лампа. Спокойно заменил, установил уже светодиод, стоит, закрываю снизу, опускаю и смотрим, как их две лампы светят. Ну вот так светят туманки на автомобиле, а вечером проверю на ролетах. Ну вот на улице потемнело, включу против туманки. Вот так вот светят против туманки. Видно четкую полосу паралетом. И никакую они встречную автомашину, встречную полосу, они не слепят. Но освещают они даже по бокам. Вот. Обратите внимание, какой разлет идет бокового освещения. А сверху вот эти два светлячка, это габариты. Вот туманки выключил, габариты светят. Вот туманки включил. Вот такой шикарный свет на этих светодиодах. Ну и на этом все. Замену лампочек в противотуманных фарах я закончил. Всего вам доброго.